прикоснуться к материалу группы Queen. Большая честь для любого музыканта. Услышала предложение. Но эмоции были восторга, волнения. Репетиции проходили на самой студии. Каждому раздавались партии. Разбивались на первый, второй, третий голоса. Как спортсмен себя готовили. И потом экшен. Микрофон, запись. Okay. Потрясающая работа. Я думаю, что это такое историческое событие. Для меня подготовили один из ярчайших образов Фредди Меркьюри. У меня было платье, красивое такое перо. Все сделано с любовью, все сделано от души. И я уверена, обречена на успех. Фредди Меркьюри — это уникальный артист. Смотришь и просто вот учишься. Вот такая хрестоматия, как быть артистом на сцене. Как один человек может делать шоу. We are the champions.